О, классно. Ну да, по идее все тут, конечно, реношное стоит. Не, а почему же они говорят локализацию, ты им говорят уже чуть ли не больше половины. Со временем что-нибудь будут уже. В интернете же было написано, там слоганы идет. Ну да, с Автофрамос, там металл, что-то, с Ульяновск там что-то это, в Тольятти что-то, обшивку, кстати, делают, почему в Тольятти. А, вот насчет резины еще, да, вот тут 185 стоит. 15. Да, а вот 195 нельзя ставить? Как по гарантии она не слетишь, нет? Сейчас я